Уличный воркаут – это молодежное направление в спорте, любительские тренировки с собственным весом на брусьях, турниках и шведских стенках. Этот вид спорта востребован, потому что с его помощью каждый человек сможет заниматься атлетикой и придумывать интересные тренировки, улучшая свое здоровье. Сегодняшний воркаут – это уже не просто молодой и развивающийся вид спорта. Это целое движение, главная ценность которого – гармоническое физическое развитие. Снаряды для воркаута сегодня можно встретить во дворах, на стадионах, в парках и других общественных местах. Доступность, возможность для самовыражения, безопасность и полезность для здоровья – все эти плюсы привлекают славянскую молодежь к популярному виду спорта. И все чаще на спортивных площадках можно встретить молодых и подтянутых людей, которые искренне считают, что за воркаутом будущее. На краевой стажировке по воркауту в Северном парке собрались как раз такие крепкие парни. Это нестандартное упражнение. Постоянно поддержание своего тела в тонусе, здоровье. Очень классно, когда ты занимаешься на турниках, на брусьях, проходят младшее поколение, смотрят на тебя и говорят своим родителям то, что мы тоже так хотим, то есть мы приобщаем молодежь к здоровому образу жизни. Воркаут стал для меня не просто хобби каким-то, а, не знаю, так сказать, маленькой целью в жизни. Воркаут, ну, как вам сказать, дает не только физическое такое состояние, как внутреннее, так и духовное. То есть ты чувствуешь себя намного, так сказать, лучше, здоровее. Дмитрий Доценко становился чемпионом России по воркауту. Ему есть что сказать и чему научить молодых спортсменов. Стажировка – это такой вид деятельности, когда ребята, занимающиеся воркаутом, приходят, подтягиваются, отжимаются, делают выход на две, соревнуются, кто из них вообще лучший. Делаем мы это для того, чтобы популяризировать в том числе воркаут, здоровый образ жизни. Ездим по всему Краснодарскому краю. В конце года ребята, занявшие первое, второе, третье место и проявившие себя, скажем так, лучше всех, да, показавшие себя на данных стажировках, они в конце опять же года едут на соревнования краевые по воркауту. После проведения соревнований в рамках стажировки и подведения итогов были названы победители. Первое место завоевал Артем Короткий, второе у Дмитрия Клочкова и третье у Никиты Брылева. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».